праздник каш всяк с ложкой ходит, полный черпак семью не разгонит. 8 января горожане отметили русский народный праздник бабьи каши, посвященный повивальным бабкам и роженицам. Особо трепетно к старой традиции отнеслись работники Центра эндокринного здоровья и репродукции «Примавера», где торжество было насыщено песнями, танцами и угощениями. Здесь этот праздник отмечают с 2005 года. Цель этого всего, конечно же, повысить наш престиж профессии акушера-гинеколога и повысить престиж материнства, отцовства, чтобы в каждом доме было продолжение рода, был тот самое главное ожидание, чудо, которого ждут в любой семье. Согласно истории, происхождение праздника бабьи каши связано с почитанием богинь-матерей. На бабьи каши беременные женщины и молодые девушки ходили в гости к повитухам, приносили им подарки и угощения в виде блинов и пирогов. Была примета, что если беременная преподнесет дары повивальной бабке, то роды ее будут легкими. Повитухи же, в свою очередь, принимая гостей, угощали их вкусной и сытной кашей. К слову, именно с этого праздника начинается святочная неделя, а значит, вплоть до крещения, по традиции, нужно веселиться, закаляться и создавать настрой на весь год. Максим Яковлев, новости на 8.